Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу поделиться с вами своим салатом, который я делаю на Новый год и который я вообще-то делаю очень часто. В нашей семье он даже называется воскресенский. Я его очень часто делаю по выходным. Кто-то его называет столичный, кто-то его называет оливье. В нашей семье он называется воскресенский. Он невероятно вкусный. Я вам рекомендую, попробуйте мой рецептик. Свой салат я делаю вот из таких продуктов. Это отварной картофель, отварная морковь и отварные яйца. Свежий огурец, соленый огурец. Консервированный горошек, яблоко, зеленый лук, щепотка соли и, конечно же, домашний майонез. Ну что, дорогие мои, нарезала я овощи. Овощи я нарезаю не крупно. Стараюсь, чтобы они у меня были величиной с горошинку. А по пропорциям у меня, что у меня получается? У меня вот... Ну, если мы сейчас разберем это все по кучкам, то сколько картошки в кучке, столько же должно быть огурчиков, морковки и всего остального. Вы спросите, а где же колбаса? Очень многие ее кладут, а я колбасу вообще не добавляю. Вот такой салат я делаю очень часто. А если... Это новогодний салат, то сюда я еще добавляю отварную курочку. Стараюсь покупать специально грудку и вот добавляю сюда грудку. Ну что, или даже иногда бывает, что покупаю крабы и сделаю его с крабами. Поэтому здесь полет фантазии. Здесь осталось он как в овощном виде, так и с мясом. С крабами. Этот салат просто необыкновенно вкусный. Ну что, осталось все перемешать, посолить и добавить майонеза. Немножко посолила, буквально щепотку. Вот этого количества салата я вам в описании оставлю, какое количество продуктов вы видели, из чего я делала, и какое количество продуктов у меня на это все ушло. И я думаю, что вот на сегодняшний завтрак нам этого должно хватить. Я не очень люблю, когда много майонеза. Муж у меня любит, поэтому я ему отдельно в тарелку, после того, когда я уже все перемешаю, пол ложки столовой добавляю майонеза. У меня майонез вкусный, поэтому... Ну, он любит, когда все утоплено. Я не люблю. Поэтому это уже, конечно, все на ваш выбор. Смотрите, какая красота у нас с вами получилась. Правда? Всем приятного аппетита. Попробуйте мой рецепт, и я уверена, что он вам понравится. Ну что, а пока? Пока!